Всем доброе-предоброе утро. Я тут стою, жду мужа с машиной. Должны сейчас за газом купить, мусор выбросить. В общем, у нас газ ездит каждый день. Вот тут вот один такой, как он назвать-то, фургонета. В общем, продает. Но, блин, он нифига не смотрит наверх. Я каждый раз выйду на балкон, машу ему рукой, машу рукой, а сердце. И нифига он меня не видит. Так кружится, кружится и меня не видит. Приходится самим ездить за газом. Потом у меня страховка кончается на машину завтра. А в Испании без страховки это вообще незаконно. Могут штраф такой влепить, что мама не горюй. Я хочу посмотреть в других страховых компаниях, что почем и как. Ну, может быть, подешевле, может быть, еще что. В общем, для сравнения. Мы с этой страховкой уже сколько? Года 3, наверное. Вот. Но хочется для сравнения другие сходить. Поэтому, ну как года 3-то? Я-то, у меня машине всегда, всего год моей, на которой я езжу. Но компании просто давным-давно. Блин, голову надо уже мыть. В общем, такие планы. Для начала похотим позавтракать. Я хочу, знаете, вчера хотела, сегодня хочу чурос с шоколадом. Чурос — это такая жареная масса. Очень супер калорийная. Но, как говорится, я сегодня собираюсь много ходить, поэтому думаем, что все сожжется. Кстати, Чарли мой убежал с мужем. Это очень странно. Потому что он вообще от меня не уходит. Но убежал. Но ничего страшного. Сейчас приедет. Потому что надо с ним тоже погулять. С Чарли. Потом еще домой привезти. В общем, пипец. Такие дела у нас сегодня. Смотрите, какая погода замечательная. Передавали похолодание небольшое. Ну, как небольшое. Если вчера 26 было, то на завтра передают 17. 10 градусов. Это, в принципе, нормально. Заметно. Ну, не знаю. Сегодня нормально. Так что едем завтракать. Захотелось мне что-то такого сладенького и жирного, супер калорийного и не очень полезного. И иногда хотелки такие бывают. Слышу, машина едет по звуку. Вот она, белая, видите? Так что все, загружаемся. Вот, кстати, наш чурос с шоколадом, макаешь туда, вот это все туда, и вот эта суперкалорийная еда мне сейчас полезет с большим аппетитом. Иду такая счастливая, как говорится. Почему счастливая? Потому что счастливых часов не наблюдает. Телефон дома оставила, часы не одела, поэтому иду даже не знаю сколько времени. Кукушки кукуют. В общем, такие вот дела. Страховку ходили, представляете, помните, когда у меня муж в аварию попадал, вот, и страховка была на мое имя, и там, короче, что-то мы хотели в другой спросить страховки, сколько будет стоить, и они что-то не могут мне сказать время, ой, время, цену, потому что непонятно, что, почему. Так что вот он пускай звонит в другую компанию, но, наверное, 100% мне его повесит, а не на иную сумму, вот. Ну, тогда скажу, пускай на имя мужа делают страховку. Раз у меня аварии, представляете, я ни одной аварии у меня не было. Блин, а уже первая моя страховка в жизни, а уже, видите, как. Вот, ну тогда пускай на его имя делают. Может быть, будет дешевле. Тут, в общем, как говорится, как на рынке. Нужно торговаться, искать. Ну, в принципе, жизнь такая, да, она везде. Где-то дороже, где-то дешевле. И не нужно быть, как говорится, слово паразит, что ли, у меня это, как говорится. В общем, нужно быть, не знаю, безразличным, что ли. Я предпочитаю походить, поспрашивать, чем вот идти по течению. И, сколько возьмут, столько возьмут. Я нет, я не такой человек. Я буду, если я знаю, что можно дешевле, тогда почему с меня будут брать больше? Ну, в общем, вы поняли, да? Уточки там плавают. Этот вообще нам не давал нормально поговорить с людьми. Все, куда-то рвался, куда-то гавкал. Ну, конечно, ему гулять охота. Охота, что ли, ему сидеть? Как маленький ребенок.
придешь с маленьким ребенком в магазин, им же там неинтересно, и они начинают кричать, так и этот. Начинает куда-то тянуть, гавкать, куда-то все, ему надо рваться. Ну, понятно, куда, в парк. Паутина летает, прям ненавижу паутину, знаете, прям так. А помню, у нас Россия осенью в бабье лето тоже паутина летала, страсть. И сейчас тут тоже летает. Ну, вообще, на улице прекрасная погода, я, конечно, в свитере, но этот все никак не на это. Не натрется. Но у нас все-таки весна, не лето. Хотя он такой легкий и в дырочку продувает немного. Сейчас погуляю, пойду домой, отведу Чарли и поедем. Поеду в магазин. Там, где домашние утварь, что ли, продается, так, если ее можно назвать. Всякие тарелки. И хочу в ванную посмотреть. Дозатор для мыла. И что-то еще мне надо было, но, естественно, я забыла, но там, может быть, посмотрю, вспомню. Кстати, я своей новой сумкой, которая, мне кажется, очень подходит. У меня коричневые, серые джинсы и свет розовый такой свитер. Сумка в том же тоне. Мне она очень подходит, мне кажется. Мне кажется, не кажется, а точно подходит. Вообще, красота нереальная сила. Блин, как же тепло на улице, классно, а? Я дома все открыла, чтобы проветрилось. Сегодня муж приспанбачил нормально полку. А теперь она у нас не вниз смотрит, а вверх. Я говорю, теперь точно не мандыкнется. Говорит, нет. Я говорю, смотри, а то, блин, роза моя полетит. Жалко будет. А, вот, вспомнила. Какой-нибудь цветочек посмотреть на эту полочку. Вот видите, с вами поговорила и вспомнила, что мне надо. Вот такие вот у нас дела на сегодня. Не знаю, сейчас вот будет звонить в эту страховку, в ту. У меня завтра страховка заканчивается. Завтра у нас праздник. Ну как, он не праздник такой, что прям не работаешь. Завтра Сан-Хосе. Меня муж зовут Хосе. Вот. И день отца. Он тоже отец. Ну, это его пускай дети поздравляют. Я тут при чем? А Сан-Хосе, может быть, знаете, лотерейку куплю. В Алькампо тоже зайду за клубникой вкусной. И лотерейку куплю. А вдруг выиграет? Фиг его знает. Если, конечно, не забуду. Уточки, колокола. Смотрите, как деревья цветут красиво. Сиреневые. Вообще, мой розово-сиреневый и все вот такие тона мои любимые. Ну, наверное, по моей одежде это заметно. Вот этот цвет вообще обалденный. Какая милота. Какие милашки. Вообще такие классные. Такие ляпули. Я тут пришла в этот, ну, вы поняли, зверячий магазин. Ой, мир, смотрите, крыс не люблю, конечно. Я люблю хомяков. Мне нужен пакетик для Чарли. Морская свинка, прикольные такие. Пакетики для Чарли. Ой, мамочки, смотрите. Чего зимой? Серый такой классный. Вообще. Ляпули такие. Тут что у нас? Тут не видно. А вот эти хомяки. Я обожаю хомяков. 10 евро. У меня были всегда хомяки. О боже, смотрите, сколько пуха. Вот, но они так мало живут, мне потом их так жарко. Вообще, я знаете, что хочу себе? Птичку. У меня были тоже канарейки, очень много лет здесь. У них столько грязи, правда, но не знаю. Хочу на балкон сейчас себе какую-нибудь птичку, чтобы она пела. Такие вот какие-нибудь попугайчика. Какого-нибудь классненького. Канарейки я не хочу. А вот тоже красивый. Ну, пока у меня хотелка не сильно выросла, пусть растет. Когда совсем вырастет, тогда, может быть, заимею. Вообще, желание появляется. Так вот. Ладно, пойду я за пакетиками для какашек. И пойдем дальше. Рыбки, смотрите, классные.
вот это что это за сосуд такой? Это, наверное, для масла и для уксуса в одном наборе, я так понимаю. Иначе не вижу никакого объяснения. Сосуд в сосуде. Не знаю, что это такое. В общем, я уже здесь вот в таком магазине, где все для дома. Мне нужно для... Ну, вы знаете, для чего. Для ванной. Дозатор для мыла жидкого. Какой-нибудь типа вот такого вот. Тут так музыка орёт, что я, наверное, сейчас... Свечки не пахнут ничем. Все так красиво. Опс. Вот это тоже симпатичное. Буду выбирать. Потом вам покажу, что я тут куплю. А то у нас стоит прям в целом этом. Ну, в бутыле. Ну, как не в бутыле. В общем, некрасиво. Я хочу что-нибудь красивое. Что-нибудь такое симпатичное. Буду выбирать. Я уже дома. Сейчас буду готовить кушать. А кушать я буду что-то между... пловом и... Как это купата называется? Пловом и... Ой, не помню. Сейчас помню. И перловки. Вот. Но я не уверена, что это перловка. Очень на нее похожа. Вот. Но не знаю. Варится быстрее, чем наша обычная перловка. Поэтому вот так. Сначала сделаю зажарочку из лука и моркови. Потом добавлю мясо. Купила мясо. Это соломию. Часть, в общем, около позвоночника вырезается. Такая она очень хорошее мясо, мягкое. Не знаю, как она по-русски называется, но вы поняли, да? Оно сегодня с предложением было. По 5,72 килограмм. Здесь вот 680 грамм. Ну, это, естественно, не весь кусок. Нам на двоих это много. Яблоки Фуджи, мои любимые. Груши вот такие вот. Моему несуществующему мужу нравятся. Вот. Ну и я заодно. Клубника моя любимая, которая пахнет ароматно-ароматно. Это тоже моему несуществующему мужу на сэндвичи делать. Ветчина. И лук. Вот такой вот. Зелененький, свеженький для салатика. Потому что кашку будем есть с салатиком. И буду это все делать я в микроволновке. Ой. Мультиварки. Вот дурак. Я так пить хочу. Я выпила смузи еще. Скупила в Алькампу смузи. Такой вкусный. Но все равно пить хочется. Чарли уже улез наверх. Ему там нравится. А я буду готовить. Резать. Салатики готовы. Кстати, салат сделала из вот такого салата, который нам привез сестра. Привез муж сестры со своего огорода. Его надо хорошенько мыть, потому что там могут быть червячки всякие, жучки. В общем, здесь у меня с укропчиком. Здесь без укропчика. Потому что муж любит, не любит укроп. И потом добавлю авокадо. Ну, соль, перец, масло и лимон. Каша. Каша. В полном разгаре я уже засыпала туда овощи, чтобы они пожарились, потушились. И потом добавлю вот эту вот крупу. И все. Заварила себе чаек зеленый. Сейчас попью. И отдыхать. Это очень вкусно. Ням-ням. Прям вообще пахнет, вообще обалденно. И салатик. Всем приятного аппетита. Погода поменялась. Солнышко село, и все, и уже прохладно стало. Я сейчас иду с подругой Гулей встретиться, кофе попить. Она в Альмунекаре живет, но у нее какие-то дела в нашем городе. И она приехала. И вот сейчас пойдем кофе попьем, посидим, поболтаем. О нашем, о женском. Смотрите, какие там тучи надвигаются. Вот Чарли дома оставил, мне еще нужно зайти, хочу в Примор, посмотреть там жидкое мыло для рук, я все не успокоюсь, пока не найду, либо жидкое мыло какое-нибудь симпатичное, либо, не знаю, ой, не знаю, что хочу, не, все, много всего есть, но ничего мне не нравится, все какое-то не знаю. Ну, не, знаете, есть такое, чего хочу, не знаю,
чего знаю, не хочу. Или как это там звучит? Кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Ну, я перефразировала. Вот, такие у нас дела на ближайший вечер. Как мне каждый раз, когда ухожу, и Чарли дома остается, мне его так жалко. Хотя знаю, что он там себе прекрасно чувствует, спит, лазит наверх, но все равно. Как предательство, что ли, какое-то. Вот я иду. Просто в магазины ни в какие нельзя с ним. А мне бы хотелось по магазинам пошляться. Так, машина тут не едет. В общем, сейчас кофе попьем. Или сначала по магазинам, точно не знаю, она мне пока не сообщила. Пока дела делает. Смотрите, какой чай у меня интересный. В коробочке принесли. Такой смешной. Ты еще в приборчик-то забежала? Да, хотела этот зайти. Я уже давно тут шатаюсь. Ну, это как всегда у меня эти. Ну, потому что, говорю, пока ты мне сейчас это... Чтобы не ходить долго, собираться, думаю, пойду пошатаюсь. А ты близко здесь? Чё? Ты близко здесь живешь? Не, я вот туда живу. Там подальше. В общем, сейчас чай, смотрите, в коробочке. Вот такой, прикольный. Все дела. Угули там. Кофеёчек. Будешь печенье? Шоколадное. Она так наела сейчас. Не хочешь? Ну, все равно я такие тоже. Печеньки не фу, курят, блин, все летит. Да. В общем, будем пить чай. Смотрите, что я обнаружила. Это моя машина. Видите, у нас дождик пошел. Офигеть. Я просто не хочу балкон открывать. Я только что из душа вышла. Нанесла все свои масочки. Вот. Все дела управилась. Представляете, выхожу, а у нас дождик на улице. Хотя обещали на завтра. Странно. Ну, наверное, он так две капли покапал и все. В общем, я уже сделала все свои. Пойду, наверное, чай себе заварю. Водная процедура. Приготовилась к работе. Здесь, естественно, у нас же крыша, поэтому здесь не слышно дождя, поэтому... Так, наверное, немного покапал и все. Мне осталось, кстати, кашу мою эту. Очень вкусная, кстати, перловая, да? Прям перловка вкус. Очень вкусная. Ну, муж, естественно, это не оценил. Испанцы не привыкли ко всем. Я его спрашиваю, говорю, почему вы привыкли только к одному рису? Ведь еще много всяких круп. Я рис обожаю в любом его проявлении. А это, говорит, крупный, слишком крупный рис. Этот, говорит, рис слишком крупный. Представляете, никак вот к новинкам, как говорится, не привыкает. Так поел, мясо всю Чарли отдал. И кашу почти всю тоже отдал. На завтра у меня останется. Надо что-то ему достать, что-то сделать на завтра, не знаю. Салат хоть поел, и то хорошо. А я сейчас клубничку себе помою и поужинаю вот таким вот макаром. Голову не стала сушить, еще тепло на улице, неохота, пускай сама сохнет. Вот, и буду с вами прощаться до завтра. Завтра увидимся на работе. А может быть и нет, если на дождик лить будет, дома останусь, нафиг надо. Все равно здесь вы в дождь, не то что в парикмахерскую, тут люди в школу детей не водят, какая парикмахерская. Посмотрим, в общем, поживем, увидим, что у нас завтра будет. Так что не забываем подписываться, ставить лайки, колокольчик. Вот, комментарии пишите. Интересно, о чем вы думаете. Чем живете, как настроение, как погода. Я все гляжу в России, там, где снега идут, все еще метели, где холодно. С сестрой сегодня разговаривала, она говорит, у них снег еще много. Вообще офигеть. Вот ведь какой мир, да, круглый, а вроде бы тесный, а тем не менее везде так все по-разному, странно. Вот, с Гулей мы походили по магазинам, погуляли с ней, чай попили, хорошо посидели, вот, поболтали, и все. И разошлись, как говорится, как в море корабли. Ну, мы по WhatsApp списываемся, у нас группа есть с девчонками, так что... Общение никогда не заканчивается. Хотя, в принципе, все работают, у всех заняты. А слишком-то тоже, знаете, и общаться тоже не очень. Не есть хорошо, как говорится. У меня есть вы,
с вами, хоть и это, знаете, как... Я вообще любитель поболтать, ну, вы могли бы заметить, да? Если бы, дай волю, я бы вам тут наболтала часа на два. Ой, ну просто не хочу никого напрягать своей болтовнёй, я вдруг это никому не надо. Ну, естественно, найдутся люди, которым действительно не надо. Хотя не знаю, зачем себя насиловать, можно проходить мимо. Потому что если мне что-то не нравится, или какие-то влоги, или что-то, я просто переключаюсь на другие, и все. Благо, есть выбор. И можно выбрать, и никто нас в этом выборе не ущемляет. Ладно. Опять философия, опять все не о том. Я чай пришла заваривать себе какой-нибудь. С имбирем 100%. Потому что погода такая. Мне сегодня утром муж сделал тост. А я ему потом заявила, что хочу чуру с шоколадом. Вот. Ну, женщины такие. Сейчас хотим одно, а потом хотим другое. Так я чай хотела или клубнику? Я и то, и другое сделаю. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока, до завтра.